Склад – это жизненное пространство бизнеса. Исходные материалы для производства, готовая продукция предприятия, товарный запас холдинга, товары в зале магазина – все эти палеты, рулоны и коробки должны лежать на своих местах. Управлять складом можно только при условии соблюдения идеального порядка. Фислогистик в переводе означает первый помощник. Основная задача компании Фислогистика – это помочь заказчику в оборудовании и эксплуатации склада. Это отличительная особенность компании Фислогистика от других компаний. Мы не просто продаем оборудование, но и ведем проект от замысла до воплощения. Склад – это система взаимосвязанных элементов. Мы консультируем клиентов по каждому из них. От полов, то есть какую заливку делают полов, чтобы они выдержали нагрузки, до расположения систем пожаротушения. А также консультируем, какую технику использовать на складе. Мы предлагаем не только стандартное оборудование, но и новое техническое решение, если это требует задачи заказчика. Даже если это будет использоваться только один раз, мы делаем опытный образец и испытываем его на все необходимые нагрузки. Мы понимаем всю ответственность, которая лежит на директорах по логистике компании, а также логистов, которые занимаются эксплуатацией и закупкой стеллажей. И разделяем с ними эту ответственность и хотим сказать то, что мы всегда продаем качественный продукт, за который нам никогда не будет стыдно. Количество и разнообразие товаров растет с огромной скоростью. По данным Федерального института патентной собственности, каждые полчаса на мировом рынке появляется новый товар, который потребует индивидуального подхода к складированию. И при этих условиях нужно предусмотреть, какое именно оборудование потребуется на складе. Есть несколько видов типовых стеллажей, к которым относятся фронтальные стеллажи, глубинные, там, либо набивные, полочные и также стеллажи этажные, мезонин. На основе этих типов готовятся все проекты для заказчиков. Точно оценить ущерб, который может принести плохая организация склада, сложная задача. Сколько стоит недовольство клиента, которому не отгрузили товар в срок? По какой статье расходов провести штрафы контролирующих органов за несоблюдение условий хранения и торговли? За что получают зарплату сотрудники склада, которые только и делают, что разбираются в постоянных ошибках? Когда в непродуманном, неудобном проезде погрузчик врежется в стойку стеллажа, сколько товара придет в негодность? И что будет, если при этом рабочий упадет с 8-метровой высоты? Хаос на складе – это гибель предприятия. Весь многолетний опыт работы First Logistic – это постоянный анализ и контроль. Учитывается все, что должно происходить на складе. Какой товар будет храниться, как часто загружаются стеллажи, какая техника используется, сколько человек работает и в каких условиях. Проект для каждого заказчика индивидуален. На основе продукции, которую необходимо хранить заказчику, мы разрабатываем проект, который максимально удовлетворит его потребности. Задачи какие стояли? Чтобы выпустить на рынок товар, который будет отвечать требованиям европейского стандарта. Получили сертификат TÜV, что касается качества. TÜV – это сертификат, подтверждающий безопасность продукции. Проезжали специалисты, которые нам сертификат этот выдали, и проводились испытания. Самый надежный способ приобрести сложное, ответственное и дорогостоящее оборудование – объявить тендер и сравнить лучшие решения ведущих профессионалов отрасли. Мы часто выигрываем тендеры на поставку стеллажного оборудования. Это обусловлено целым рядом преимуществ нашей компании. Прежде всего, это конструктивные особенности. Мы производим качественное оборудование, отвечающее всем европейским стандартам. Заказчик знает, и он уверен в том, что, купив у нас, он получит стеллажи точно в срок. Они будут смонтированы. Эти стеллажи ему прослужат долго. Если оборудование наше собрано правильно, согласно монтажным схемам, то проблем в эксплуатации стеллажных систем не возникнет. У нас есть собственные монтажные бригады, очень квалифицированные сотрудники, деятельность которых сертифицирована. Тем самым мы несем 100% гарантию за сохранность нашего изделия, так как гарантия у нас 36 месяцев, это немалый срок, и мы хотим быть уверены, что наше оборудование правильно собрано и будет должным образом функционировать и приносить пользу заказчику. Одно из важнейших качеств складского стеллажа – прочность. Вся конструкция держится на соединениях балок, стоек и раскосов. First Logistic использует запатентованные решения, простое как все гениальное. Клиновидная перфорация стойки в связи балка-рама работает на сжатие, а не на срез. То есть чем больше нагрузка на полку, тем прочнее держится весь стеллаж.
У нас существует специально разработанный фиксатор, который крепит балку к стойке для того, чтобы случайно она не выпала, не повредила весь стеллаж и не нанесла урон работающему на складе персоналу. Наш фиксатор уникальный, разработан специально под нашу балку, практически гарантирует то, что балка из пазов не выпадает. Любая наша конструкция проходит полную сертификацию за 207 ГОСТом. Мы имеем международные образцы сертификаты. Сотрудники завода регулярно проходят переаттестацию. Все наши линии полностью автоматизированы с минимальным участием человеческого фактора. Полная механизация позволяет добиваться более точных расчетов и, соответственно, брак отсутствует.